Всем добрый день! Сегодня речь пойдет о патчах под глаза. Я расскажу и покажу, как сделать патчи под глаза самостоятельно. Маски-патчи зарекомендовали себя как эффективное средство, дополняющее ежедневный уход за кожей вокруг глаз. С помощью патчей можно увлажнить кожу, разгладить морщины, избавиться от отеков и темных кругов. Сделать патчи в домашних условиях очень просто. Главное – правильно подобрать рецепт с натуральными компонентами, которые будут активно работать, ухаживая за кожей вокруг глаз. Итак, как сделать маски-патчи? Сначала нужно подготовить основу, которую будем затем пропитывать живительной смесью. Для этого ватный диск обрезаем в виде полумесяца. Так будет удобнее его использовать. Теперь приготовим маску от темных кругов. Для этого потребуется 1/2 чайной ложки зеленого чая. Чай берите крупнолистовой хорошего качества. 1/2 чайной ложки ромашки и 1 столовую ложку измельченной петрушки. Чтобы приготовить состав, нужно заварить зеленый чай, ромашку и петрушку стаканом кипятка. Дать настояться в течение часа, слить получившийся настой. Пропитать вырезанные ватные диски настоем, слегка отжать и приложить патчи под глаза на 15 минут. Такие маски-патчи лучше использовать утром. Если нет времени заваривать чай утром, можно готовить его вечером и хранить, поставив на ночь в холодильник. В таком случае прохладный настой поможет справиться еще и с отеками под глазами. Патчи можно использовать и для других проблемных зон лица, которые нуждаются в тщательном уходе, например, для зоны носогубных складок. Попробуйте использовать маски-патчи под глаза, приготовленные своими руками. Надеюсь, рецепт вам понравится. А я желаю вам удачи, будьте здоровы, красивы. Пока!